В этом видео хочу сравнить два приемника. Значит, это самодельный приемник Mohit DSP и Texan PL365 приемничек. Значит, оба приемника портативные. Значит, Texan, естественно, штука серийная. Вот, Mohit штука самодельная. И по сути, вот на столе сейчас представлен прототип, потому что по конструкции предстоят некоторые доработки, о которых скажу по ходу съемки. Так, ну приступим к краткому обзору и сравнению. Значит, оба приемника имеют штыревые антенны. Значит, 365 приемник вот, по сравнению с Mohit имеет некоторые преимущества, вот, потому что у него встроенный УВЧ. Вот, ему хватает коротенькой антенки его, вот, телескопчика, значит, для того, чтобы более или менее сносно принимать станции. Вот, в текущей версии Mohit DSP УВЧ на КВ не заложен. Вот, поэтому штырька встроенного примерно такой же длины, как у Texan, ему маловато. Вот. Ну и вот, допустим, для сравнения, сейчас оба приемника настроены на одну и ту же частоту. Вот, можно послушать, как слышно станцию вот, на PL365. Вот Mohit включен сейчас Noise Reduction. Включена внешняя антенка к приемнику. Сейчас ее перецеплю на PL365. Так, и обратно на Mohit. Ну, я сказал бы субъективно, что примерно одинаково. Значит, С-метр в 365-м есть, вот, но надо его пересчитывать. Вот, на мой взгляд, примерно одинаково звучат. Вот, при этом на штыревую антенну, безусловно, конечно, принимает лучше PL365 за счет наличия УВЧ. Вот, еще такая есть фишка, не очень хорошая у Mohit, это помехи от дисплея. Значит, помехи есть в текущей версии приемника. Так, сейчас на дисплей настроюсь, чтобы было видно. Вот. Видны горбы. Вот. В новой версии, значит, будут предприняты меры для борьбы с помехами. В первую очередь применена четырехслойная печатная плата. Вот. И надеюсь, что проблема эта уйдет. Вот. Безусловно, значит, в Mohit помогает такая штуковина, как НР. Вот, прием сразу же более комфортный, не сильно зашумленный. Вот, сейчас покажу, как это все принимается на Mohit. Так. Ну вот, сейчас НР включен. Спасибо. НР выключен. И это же станция вот, на 365 приемник. Вот, слышны шумы. Не сказал бы, что они прям сильно там какие-то там ярко выражены, да, там, но тем не менее я сейчас подцеплю на него антенку еще. Вот, 365 приемник. Шумы тоже есть вот, на Mohit, но на мой взгляд они как бы более
естественное, что ли. То есть, вот, не знаю почему, вот на PL шумы звучат, ну, скажем так, монотонно, то есть не по всему диапазону, там примерно одинаковые. Вот. У Малахита звучание более близкое, скажем, к аналогам радио, вот, когда есть определенные неравномерности шума. И помеха есть, значит, при работе тача, именно при нажатии. Возможно, связано с поднесением руки к дисплею. 47, 4, Леонид, ну, слышим, что в паузе шум, эфир довольно маленький. Вот, как только станция появляется, как бы сразу же прием, ну, комфортный, скажем так, по сравнению с наличием шумов. Вот, еще, значит, о минусах PL 365 в сравнении с Малахитом теперь. Значит, ну, дисплей менее информативен, это в принципе такой, скажем, сомнительный минус для приемника с таким форм-фактором, потому что это все-таки маленький аппаратик, вот, и чего-то от него требовать, ну, не приходится. Вот, но есть серьезный минус эксплуатационный, значит, это его ручка настройки, вот, которая позволяет перестраиваться по диапазону, вот, но крутить ее как бы довольно муторно получается, если надо там, допустим, 40-ку пройти, вот то же самое, да, сейчас вот выставлюсь, вот, наяривать вверх, крутить, причем я это делаю довольно быстро. Вот. И плюсом еще, если нам надо подстроиться на станцию, то надо у приемника включать, значит, отдельно кнопочку BFO. Вот, тогда возможно более точная расстройка. Так, давай, камера, фокусируйся. Вот. У Малахита с этим дела обстоят гораздо веселее. Во-первых, можно и шаг выбрать более мелкий, а не килогерц или 5 килогерц, как здесь, например. Вот. Либо ну, панорама, в свою вот очередь, облегчает настройку, значит, на станцию, потому что можно на дисплее нажать, как бы, на картинку, а там сразу же перестроиться, куда нужно. Вот, допустим, видно, станция есть. Нажимаем в сторону, встали в сторону, ну, станция пропала. Вот. Это раз. И, во-вторых, энкодер имеет большее количество шагов, вот, и перестройка получается более приятная на приемнике. Она, кстати, к слову, может быть, не прям принципиально быстрее работает, да, вот, но вот есть еще такая фишка, вот у PL, это постоянный soft mode, значит, мьют при перестройке по частоте, вот такие вот щелчки есть. Вот, это дело, оно довольно серьезно раздражает, вот, при постоянном прослушивании мониторинге, значит, эфира. Николай, Подмосковье, РЖ3, ДМЦ, Дима Мария, центр, вот теперь Леонид. Ну, теперь обратно перестроимся, значит, на... Громко слышу, вот, 455, вот репорт, вот так я слышу, ну, у меня блок монтировка стоит, куда. Но, тем не менее, вся информация вот получена. Значит, еще у Малахита DSP есть возможность перестройки фильтра в абсолютно любых пределах. Ну, вот, можно выставить, значит, и нижнюю частоту, можно выставить верхнюю частоту произвольную. Вот, и, соответственно, подобрать оптимальные там, для работы в телеграфе либо в SSB. Вот, у PL365 такого нет. Здесь полоса одна. Вот, по спектру звукового сигнала, значит, примерно около 2 кГц полоса пропускания. Вот. Я сказал бы так, что да, как бы оно принимается, в принципе, как бы и слышится вполне себе нормально на PL 365. Вот. Но вот в сравнении, скажем, с более широкими фильтрами основной селекции, вот я сказал бы так, что на более широких фильтрах принимать все равно более комфортный, потому что вот этот вот сигнал у 365 он такой, скажем, ну, низкочастотный, более монотонный, вот, со временем начинает надоедать.
Вот. Значит, и по остальному функционалу. Ну, информативность. Как бы дело такое, кстати, вот так вот приемники выглядят. Если их вместе положить, то есть по высоте малахит выше за счет используемого корпуса. А внутри наполнение не такое уж и плотное. Вот. Ну и по ширине почти в два раза шире. Вот. А дальше, если смотреть, значит, по управлению и эргономике, значит, у 365-го есть куча кнопочек, которые отвечают там за разные функции. Можно там, допустим, диапазоны переключать вверх-вниз. Вот, включать там USB, LSB. Вот разные сканирования есть и тому подобное. Вот, кстати, сканирование весьма полезная штуковина. У 365-го можно просканировать диапазон, КВшный, например, да, там и все вещательные станции выловить. Вот, я думаю, что такая же примерно функция будет сделана в дальнейшем и в Малахите. Вот, у Малахита все кнопки преимущественно рисованы на дисплее, то есть можно переключаться вот по диапазонам, выбирать нужный диапазон. Сейчас, допустим, 40-ку можно поставить, 20-ку. Вот. Смотрите, значит, как что, где есть. Вот, можно выбирать вещательные бенды. Вот, сейчас пока сделана привязка весьма условная, то есть диапазон — это по сути ячейки, которые хранят, значит, последнюю частоту. Вот, можно послушать вещалки. Это помеха. Думаю, что эта же станция, она будет приниматься хорошо и на Тексане. Только если опять-таки вот надо вот так вот наяривать энкодер, что сильно неудобно. Причем получить у Малахита более приятное звучание за счет расширения полосы. Вот, допустим, полоса почти 77 кГц стоит фильтра. Вот. Станция, скажем, ну, более музыкально, что ли, там, или живенько звучит. Вот. На Тексане мы имеем низкочастотное звучание. Даже антенну подцепить у него это его не спасет. Вот. Ну, такое, скажем, звучание более там среднечастотное, пожалуй, даже больше с преобладанием низов. Вот я бы музыкальным его никак не назвал. Вот и обратно на Малахит. И последнее сравнение — это по приему FM вещалок. Настроился на станцию, так вот работает местная радиостанция, даже рядом поставлю. Вот, станция проходит шумами. Вот эта же станция, как вот принимается на Малахит. We'll be right back.
Так, и снова PL 365. Ну, я сказал бы так, что у Мохито стоит приемник, динамик более качественный. Вот, плюс еще есть, опять-таки, возможность регулировки полосы ФОС, поэтому сигнал более, как бы, насыщенный у Мохито, вот у PL. Вот такой среднечастотный сигнал, я бы даже не назвал музыкальным. Вот он. Радио Си можно слушать, а можно смотреть и обсуждать. С Радио Си можно... Сейчас музыка заиграет. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте. Продолжу. Вот слышно, как-то звучит на PL. Вот, и слышно, как-то звучит на Мохито. Так что вот, судя по этой станции, принимают примерно одинаково приемники. Значит, Мохито, на мой взгляд, имеет более качественное звучание, более сочное. Вот опять-таки, вот, как уже говорю в который раз, за счет возможности изменения широкой полосы, точнее выставления полосы пропускания нужно. Вот сейчас стоит полоса пропускания 7 кГц, вот, можно сделать ее еще более, там, допустим, широкой. Вот, тогда станция будет гораздо лучше звучать. Вот так. Вот, допустим, 365. Обратите внимание на скрипку. Как она звучит на PL, да, там как она звучит на Мохито. Если сейчас будет слышно. Так, еще вот прошивки имеются, сразу скажу. Какой-то пока непонятный глюк, что именно в FM. При увеличении ширины полосы пропускания фильтров падает в FPS. Вот в чем причина, не знаю, в дальнейшем разберусь. Так, ну и скрипку, походу, нам уже и не услышать. Отвечай, ты это точил. Вот, по потреблению не могу сказать, значит, кто больше потребляет. Значит, у 365 я потребление не замерял и не засекал, насколько у него хватает батарейки его. Вот, ничего сказать здесь не могу. Вот, у Мохито батарейки хватает примерно на 10 часов. Это батарейки, значит, с емкостью в 3000 мА. В дальнейшем, значит, это время, я думаю, что будет немножко больше за счет некоторой оптимизации. Вот, ну посмотрим, как бы сделаю финальную ревизию приемника, и там уже будет точно понятно. Вот. Вот PL 365, я сказал бы, что приемник довольно хороший. Вот я его раньше брал, значит, на рыбалку, слушал, как бы приятно. Вот маленькое радио портативное есть, значит, клипса для крепление, допустим, на одежду. Вот. Но вот, на мой взгляд, как приемник там, для постоянного мониторинга эфира, то есть там с постоянной перестройкой, он мало подходит. Вот в первую очередь из-за его эргономики. Постоянно наяривать энкодер, там и нажимать там, допустим, BFO, перестраиваться. Ну, это вообще, как бы, пожалуй, как бы самая главная вещь, которая меня раздражает в этом приемнике. Вот. А также второй момент, это невозможность изменения, значит, полосы пропускания фильтров, вот, и, соответственно, нормальный прием тех же самых телеграфных станций. Вот. Но вот тем не менее, значит, в итоге я сказал бы, что PL 365 при отсутствии вариантов, это вариант.
Вот. У меня возможность выбора была, поэтому я стал делать свой приемник. Вот. Я люблю DSP, я люблю графику, там всякие рюшки, да, там, потому что это, ну, да, просто это удобно для меня. Вот. По габаритам приемник, конечно, Texanum проигрывает. Вот сейчас проводится работа, значит, по его минимизации. Вот. Ну и заодно в планах, значит, также сделать нормальное чутье при работе на телескоп, потому что лучей на КВ нету, вот, это дает о себе знать. Антенна телескоп низкоумная, вот, потери с ней, ну, как бы при согласовании, да, довольно большие, еще плюс антенна короткая, поэтому это как бы, ну, дает там ожидаемый результат. Вот. У PL365-го дела обстоят с этим делом лучше. Вот это с одной стороны. С другой стороны, значит, у него нет возможности для подключения внешней антенны. Вот, что может при определенных условиях, значит, свои ограничения вносить. Здесь же такая возможность есть. Есть разъемчик. Ну и на этом все. Вот, постараюсь сделать обзор по своим критериям, значит, но тем не менее более или менее подробный, вот, про все свои плюсы и минусы, которые хотел отразить, я рассказал. Всем спасибо.